Время в путь отправиться, ждет тебя старинный друг, как гласит нам Винни-Пух. А я, Александр, снова с вами, и мы вот в таком вот острове Воронке. О, водопад Виктория, только круговой. В общем-то, вижу, у нас там главный босс это Антон, кстати, это, по-моему, топ-демагер воды. Так, Сфирнус у нас здесь есть. Ну, а начинаем мы с остановки номер 280. Погнали. Так, у нас здесь две орки или три орки. По центру у нас что, призрак? А, вот, появилась третья. Она просто ходила там, чаек попивала и решила все-таки к нам присоединиться. Так. Ну. Так, электричество здесь вообще отлично заходит. Давайте для разминки получим первых три звезды. Интересно, получим их три звезды, если я сделаю вот так. Если я вольтиком сейчас их всех зафигарю, смогу ли я ударом на 50 тысяч вольт завалить кого-то? Да, могу. Это круто. Ну, а на второго, к сожалению, уже не хватит. Ну ладно, не беда. Я думаю, от 3 звезды мы вполне можем получить. Все-таки ударов-то было там сколько? 5 или 6? 1, 2, 3, 4, 5. Да, 3 звезды. Это отлично. Так, это у нас остров водяной, значит, здесь хорошо будут заходить электрические наши все ребята. Ну, как обычно, сейчас мы будем монстров менять. Я не буду стараться выполнить 3 звезды. На 3 звезды я там вот такой вот командой пройду все эти миссии. Просто это скучно. Если выполнять, да, все поединки одним и тем же монстром. Так, а нам сейчас что-то предложит. А, 8-ю руну за 325 кристаллов. Да, идите в баню. А, почему? Да, потому что нам дают руны получше. А, вот здесь вот сюда зайти. Заходим в руны. Постоянно идут скидки. Нажимаем предложение. И вот мы видим, я эту же 8-ю руну могу купить за 180 кристаллов. Что, собственно говоря, я, наверное, такие сделаю. Купил руну, пусть будет, потому что 8-ю самостоятельно вывести пол жизни пройдет. Ну ладно, потратил я кристаллы, но это не беда. Возвращаемся дальше. Куда это зашел? Не туда, промахнулся, бывает. Остановка номер 282. И у нас здесь 3 аваста и дадут нам 4-ю руну энергии. Хорошо. Но нам нужно сменить команду. Ибо будет нам скучно. Так, конечно же возьмем Виктора, вот возьмем Стингера, кстати, мы дрались с боссом, он был Стингер С2, и вот так вот, ну пусть будет так. Так, интересно, ну давайте попробуем их вот так, поскольку мы быстрее, все мои монстры быстрее, чем они. И они еще подгорели, я думаю, мы сейчас с ними разберемся. Так, ну и всех отравить нам осталось. Так, вот этот выжил. Неаккуратненько получилось. Но промахнулся. Так, горение 3800. Что за непорядок? Что это не походило, тот самый верхний? Ну, 2 звездочки гарантированно есть. Ничего себе, опять 3 звезды дали даже. Офигеть. Слушай, а может звезды учитываются? Что случилось? Что-то зависло, ребята. А нет, не зависла, наверное, рулетка, что-то не прогрузилась, может, интернет лажанул. Бывает такое. Хорошо. Что нам нужно теперь сделать? Пойти дальше. Так, теперь у нас 2 волны. А 2 волны желательно взять...
Барбатеса. Вместо Стингера возьмем Барбатеса. А вместе Джаджмента возьмем вот так вот. Та-та-та-та-та-та. Так, ладно. Две волны. Попробуем эту волну пройти обычным, то есть с обычным вариантом. А вторую волну попробуем с помощью Барбатеса уничтожить. Вот так. Ну-ну-ну-ну, так, жизнь у них еще прилично осталась. Нет, нет, я этого не хотел. Отлично. Минус 11. И... Ты. Да нет, многовато будет с тебя. Давай вот так. Волна номер 2. У-у-у. Нехорошо получилось. Они ходят быстрее Барбатеса. Ну ладно. Сейчас всех заморозят. Чё, они бустят друг друга? А, ну молодцы, красавицы. Ничего не скажу. Сделали все верно. Ты тоже подбусти кого-то, пожалуйста. А, ну хорошо, хоть не Барбатеса. А ну можно и так походить, поскольку они уже все покоцаны. Блин, промазал. Ну что ты будешь делать? Ай, ну ладно. Еще раз походит, ну, фартовая попалась. Зубная фея, елки-палки. Визги из гнезда. Две звезды. Все по плану. Так, отлично, шагаем дальше. Так, у нас также две волны. Ой, каванфиш там у нас есть. Хорошо. Так, водяных монстров желательно не брать. Так, давайте уберем. Кого я хочу взять? Допустим, так. И вот так. Такая вот смешанная команда у нас будет. Так, самый быстрый у нас Крампус. Блин, как-то неудачно получилось. Приходится два таких удара использовать, чтобы их парализовать. И то выжила одна креветка. Ну что ты будешь делать? Точнее, креветка какая? Улитка. Ну вот так вот заслуженно получил за промах. Сильно. Месть! Месть Крампуса. У-у-у, одержимость еще. Блин, креветка выжила. Но, в общем-то, было не больно. Давай, завали его.
Yes. Ну, дальше можно сделать вот так. Не-не-не, это очень хороший удар. Мы его использовать не будем. Мы сделаем еще раз. Она сама уничтожится. Так, волна номер два. У нас уже... Офигеть, ну как я неудачно выбрал Крампуса сюда. А им наплевать на это. То, что мы сделали, они все стойкие к заморозке. Хотя рыбки-то не должны быть стойкими к заморозке. Но зато промазали. Так, попало. И выходит на арену третий слимачок. И он промахнулся. Очень даже хорошо получилось. Так. Кошмары. Слепота дополнительная. Так, ну они, наверное, все уже окочурятся, как вы думаете? О, мы сейчас им поможем. Вот теперь точно все. Снова две звездочки. Почти три. Но третий мы получим по второму кругу. Скажем так, шаровый способ два раза крутануть одну и ту же рулетку. Так, у нас там остается еще один, два, три, четыре, вот это пятый ход. Так, тогда я, наверное, вот это сейчас пройду и для себя сделаю паузу, чтобы потом пройти все вторым куском. Вау! В смысле, какой большой сфирнус. Так, ну а нам пора менять команду. Сделаем полное обновление. Давайте возьмем нашу девочку. Вот так сделаем. Хотя, блин, меня, наверное, замучают. Давайте, может, Оруса возьмем, что ли. Меня замучают сфирнусы своей заморозкой. Я никого не взял. Так, ой, они еще все ходят. Ну, представляете себе... У них все удары с параличом и заморозкой, а эти три идиота проатаковали, и ни один из них такого не сделал. Кстати, кстати, очень кстати, здесь у нас куколка. Она дает неуязвимость к заморозке. На два хода. Ну и плюс 50 усиление урона. Очень удачная штука. Так, теперь у нас есть Dead Wolf. И что мы можем сделать? Так, так, так. Мегапаралич, кровотечение. Паралич. Паралич. Ну ладно, будем парализовать, что делать. Так, мы стойкие, потому нам по барабану. Защищать всех не стоит, ну, брать на себя урон, потому что к заморозке все стойкие. А куколка и к параличу стойкая. Как и Dead Wolf, кстати, вообще идеальная троица против сфирнусов. Ну, если бы у них даже были их не самые лучшие удары. Паралич. Dead Wolf сейчас делает то же самое. А может, один выстрел, один труп? Думаю, да. Прострелили. Ну, Орус, завали кого-нибудь. Чё-то не хочет Орус никого убивать. До свидания.
тыш-тыш-тыш-тыш перчаточкой отхлыстали Сфирнуса. О, забандитим Сфирнуса оставшегося. Ну, да, да, что ты будешь делать? Нет у Оруса удара. Орус мастер выживания, конечно, но с дэмэджем у него не очень. Ура! Разобрались. Две звездочки есть, значит, все отлично. Крутнем еще, все-таки вторая руна. Хочу какую-то вторую руну, желательно на силу, ну и пойдет и на энергию. Так, ну что, до босса нам осталось 1, 2, 3, 4 остановки. У нас как раз есть 4 хода, но думаю, у нас еще один добавится, пока мы будем гулять через 9 минут. Так, вот такие вот у нас ребятки идут. Вообще шикарно с ними разобраться было бы одним только вольтиком. Но это было бы скучно. Так. Меняем команду. Давайте пингвину возьмем. Почему бы нет? Так, фитоняшку я в прошлый раз не взял. Ну, нужно взять. Допустим, взять. Ух ты, давайте возьмем Буратинка. Хотя на лорды будут ходить первым. Нет, не походили. Ха-ха-ха. Вот так. Колдуй, Буратино. Отлично. Сейчас нас усилят 100%. Так, нет, это говняный удар, без усиления. Это тоже бил без усиления. Что за хрень? Зачем восстанавливать энергию, она мне и так полная. Какие-то отвратительные удары у наших противников. Что у Сфирнусов были, что у этого. Можно кого-то заморозить, давайте. Так, что Буратино нам предложит? Два случайных негативных эффекта. Кому что? Так, одержимость, есть горение, утечка энергии. Неудачно наложилось. Так, ну а здесь все хорошо. Так, с этим попрощались. Минус один. Ух ты, можно кого-то заморозить. Давай вот этого. Он покойник. И Буратиночка. Одержи вот этого. Ха, вообще просто как по нотам разыграли эту партию. Так, что-то я не понял, что он походил. Нормально так. Так, этот догорел. Сейчас мы зафосфеним, да? О, вот такой даже есть. Ну давай. Пингвин. Выстрел с горы называется. Накачанный пингвинчик у нас, однако, ручище, как у Шварценеггера. А точнее, Ронни Колмана. И даже, а можно даже Пола Диллита взять. Так, готово. У нас три подружки. Так, Буратинка я хочу оставить. Там-там-там-там-там. Так, дискобоус я хотел взять. Давайте пусть будет там таймерион для общего ускорения.
Ну, я сомневаюсь, что вот эти они применили бы против меня вот тот удар. Апчхи. Так. Так, ну мы можем вот эту дамочку заморозить. Промах. Но ты даешь. Таймерион, конечно, выдал. Вот так чихнул неудачно, что прям голос чуть не пропал. Так, дискоболус. Давай. Два из трех промазал. Вот идиот. Сама себя заморозила. Так, умеренный урон особой атакой отнимает 50% энергии. Но это нам пока не поможет. Промах! Вот это да! Так, сделаем вот так. Дискоболус, второй шанс. Ну, наконец-то. Промазал там, где надо. Так, так и так. Кого одержим? Вот эту давай. Опять промазал. Ну как ты мог? Ты меня подводишь. Буратино, нос у тебя вырастет. Ну, давайте всех оглушим. Два из трех не так уж плохо для дискоболуса. Тетис ему не хватает у напарницы. До увеличения точности. Так, минус одна, наконец-то. Не промаж на этот раз, а то разберу на винтики. Промазал, ну вы видели такое. Так. Да лучше попытаться парализовать. Какая-то заколдованная вот эта вот первая. Пропускаем. Ну ничего себе, энергия закончилась. Ура! Буратино нас не подвел. Не-не-не, так нельзя. Нет. Вот так. И вот так. И вот так. Ну. Сможет сама себя убить. Не смогла. Бой у нас, однако, затянулся. Но две звезды. Не знаю, за какой фиг нам дали две звезды. Наверное, потому что просто все выжили. Yes! Вторая руна. Это хорошо. Так, две остановочки нам осталось, и там уже будет Антуан. Антуан Кламаран. Не знаю, кто это, но... Но есть такой кто-то. Так, может Фирнуса взять? Фирнуса... Вот так можно взять. Терминатора. Такой набор какой-то. У нас прохождение по карте выявляет случайные удачные комбинации. Сф-
Сирнус, ты так никогда не промазывал. Кровотечения не беру, потому что они походят, потому лучше, чтобы они косые были. Сфирнус обычно так не промазывает. Так, что там нам наш Арнольд Шварценеггер, что-то нам покажет или нет? Так, на что ты способен? Кровотечение можешь дать. Массовое убийство. Минус 7000. Минус 11. Двойной урон. Согласен. Так, одного, по крайней мере, выключили. Ну, теперь можно и вот так. Так, главное, терминатора не трогайте. У него двойной урон, всего лишь на два хода. Вот жук усилил себя. Жуткие тычки были? Да, очень страшный удар, ничего не скажешь. Массовый урон, особая атака. Это что значит массовый урон? Ого, головой 23 тысячи. Терминатор полегче. Так, ну все, разобрались. Две звезды за удар на Одессу. Так, еще раз закрутим. Yes! Вторая рунка, ребятки. Ну, вообще, смотрите, так зачет нашли. 3-3 и потом везде по 2. Идеальный результат. Так, как надо. Так, нам дадут пятую командную руну на скорость. Ёшкин кот, я ее несколько дней выводил. Так, меняем команду. Так, возьмем кого? Возьмем Вольтика, возьмем и вот так вот. Так, 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 там Кавенфиш ходит, да? Ну, нате тебе. Блин, креветка-то не парализуется. Ну, здесь у них удары слабые, короче, стоят, ребятки. Ну, а Вольтик сейчас быстро всех здесь разберет. Блин, зачем я это сделал? Можно было приберечь на... Хотя нет, 20 тысяч, у них по 300 тысяч жизни. И в следующей волне, думаю, будет так же. Нет, не пройдет. Давайте следующих. Нет, я хочу терминатором повоевать. Мопауа. Give me мопауа. Так, высосали энергию. Бывает. Может, кого-то хоть шандарахнуть, хоть немножко. Давай, давай, терминатор, давай. Так, опачки. Всех убил, смотрите. Ровно две звезды. И пятая командная руна. Ура, ура, ребяточки. Так, интересно вообще с рунами. Так, давайте заглянем, просто посмотрим. Выполнять мы будем, как по традиции, отдельной серией. Вот такой вот у нас Антуан.
Антуан. Так, Ван Акрон и Чоп Акрон. Так, давайте сейчас нажмем бой. Посмотрим, сколько жизней. 123 тысячи. Давайте просто так. Подубасим его немножко. Раз нам дали суперку, почему бы ее не использовать? Так, ну, блин, таких ребят на самом деле легко завалить вольтиком. Но все это мы увидим в следующей части. До скорых встреч!